Спасаясь от одиночества, заключенная укусила сотрудницу ГУФСИН. Конвоиры попытались доставить подозреваемую в одиночную камеру за драку. Но когда хулиганку скрутили, она оказала сопротивление. Дама схватила металлический штырь и стала размахивать им. Она потребовала встречи с подругой, которая сидит в другой камере. Когда сотрудница ГУФСИН попыталась угомонить заключенную, задержанная укусила ее. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. И это не первый подобный случай. Так в апреле прошлого года заключенная колонии укусила женщину-конвоира, когда та пыталась изъять у осужденной подозрительные рисунки, найденные во время обыска. В тетради женщина, видимо, пыталась воссоздать план колонии. Зачем вам такие рисунки нужны? В смысле зачем? На волю готовлюсь. После такого инцидента на женщину завели новое уголовное дело, и суд увеличил ей наказание на полгода.